Вот мы наконец дождались нашего электричества с Лукой, да, Лукасёш? Да. С мая месяца все делали попытки, и вот наконец нам люди прям настоящие приехали. Вот наш дом. Вот наш дом. Сейчас открою. Вот наш дом. Вот он. И вот он столб. И вот на этом столбе будет наш щиток. Потом надо будет как-то протягивать это в сторону дома. Конечно, я не сторонник был, но по снипам надо стойку делать. И я думаю, протянуть 20 метров лишнего кабеля будет дешевле, чем столб новый ставить. Да, Лукасёш? Вот он, мужик собирается лезть. Вот он, полез. Вот и наш дом. Красавец. Ой. Вот с ними сначала просили 8 тысяч, договорились в конце концов на 5. Не знаю, сколько возьмут. Наверное, попытаются еще развести на деньги. Ну, больше 5 не планирую. А что едет? Чего? Дядька полез. Угу. Ага. Вот один пошел провод кидать, а еще трое щиток мне собирают. Ой. Какой молодец, да? Не молодец. Ага. Так что ура, ура, ура. Вот сегодня у нас, считай, почти Сретение, потому что завтра Сретение, сегодня 14 февраля 2020 года. И вот нам Господь на Сретение свое подарок решил сделать. Вот, Лукасюшка под впечатлением. Да? Полез. Ну, конечно, опасная работенка-то, да, Лукасюш? Да. Я ем. Ага. Вон они.